достаточно связанная с водоканалом КВС, да, который прокладывает и меняет коммуникации свои. Там были и технологические проблемы у них, и брак в производстве, ну, в трубе. Поэтому, естественно, сроки немного их сдвинулись, но мы пытаемся своим ресурсом нарастить и вот это время своими работами ускорить. Пока сроки не сдвигаются и разговоров нет. То есть вот нам в понедельник отдают второй участок, и мы на второй участок в понедельник выходим. Самое еще сложное остается третий участок. Пока КВС приступил к прокалыванию там трубы, мы надеемся, что он в ближайшие сроки это сделает. Собираемся там ежедневно с КВСом. Пытаемся, чтобы они тоже нарастили третий участок, чтобы мы и туда могли выйти. Но, тем не менее, вы допускаете возможность того, что из-за КВС, из-за работ придется все-таки... Ну, знаете, там же не только КВС. Мы там и с ПГС перекладывали свои купили, и мы находим какие-то вещи. На сегодняшний день там ямы есть, которые надо заполнять и делать. Снимаем основание, ну, убираем основание, которое там было. Получается, какие-то недоработки там были пропущены, наверное, в то время, когда лежат просто плиты, а под ними дырки, получается, их надо засыпать, выстроиваться. Ну, все может быть, но стараемся в эти сроки уложиться. Какие сейчас работы завершены или проходят на данный момент на первом участке? На первом участке мы укладываем бетон. В ежедневном режиме, в дневное время готовим основание на этом участке, ну, на участке на первом, потом в ночь их заливаем и днем укладываем плитку. Плитку начали укладывать, сейчас наращивать темпы, чем больше будет там бетона выделено, сейчас сделано будет, тем быстрее будет плитка укладываться. А там плитка... Лотки уже установлены, тоже половина территории, вот сбросные. Насколько вот плитка там надежная, потому что, насколько мы помним из истории с Поволжской, все-таки она чуть ли не год продержалась и пошла трещинами. Ну, понимаете, что на таких зонах всегда техника ездит, к магазину подъезжает, поэтому на проспекте была предусмотрена более плитка, толщина другая и габариты другие. Плитка тяжелая, большая, вы можете сами посмотреть, это и десятка есть, и двенадцатая плитка разных. Поэтому, я думаю, здесь проблем никаких не будет. Плитка очень серьезная. И последний вопрос по поводу полива. Насколько я знаю, общественники обратились к вам, предложили за свой счет установить систему эту. А как сейчас проходит работа? Ну, к нам обращались только, во-первых, по первому участку. Угу. Потому что о всем, когда мы говорим Кирова, пока... Ну, понятно, да, речь просили, идет о первом. Да, им, подрядчики помогли провести эту трубу, то есть дали им возможность такую. Труба, я сегодня был там прокинута, подвезена к деревьям, обсадная труба. После этого, наверное, начнется монтаж, потому что разговоры есть, как бы официально не обращались, но мы дали им возможность это сделать. Большое спасибо.